Приветствую вас. Здесь на самом деле все достаточно просто, если вам самой нормально, если вы сами не видите в этом проблему, то все в порядке. Вот, другой вопрос, что вы не получаете удовольствия, и здесь может быть множество разных причин, вот, которые надо бы исследовать, в том числе причин психологических, вот, так что, я думаю, так вам на этот вопрос не ответить, вот именно, ну, вот именно, вот так. Это нужно именно, что исследовать эту всю ситуацию, смотреть ее, вот, разбираться с ней. Потому что могут быть страхи, могут быть сверхмотивация, элемент сверхмотивации может быть. Вот, может быть еще какие-то проблемы и трудности. И как бы нужно смотреть, да, вероятно, что у вас что-то свое, что-то уникальное, но совсем очевидно, что вот позиция, когда вы спрашиваете, значит, если проблема в том, что вы этого не получаете удовольствие, если вам и так нормально. Вот, эта проблема, ну, по сути, это дело в вашей уверенности в себе, понимаете, и в зависимости от мнения окружающих людей. Вот. Так что смотрите сами и вполне может быть такая ситуация, что вы себя обманываете, ну просто обманываете себя, тут на самом деле вы как-то переживаете из-за того, что не получается удовольствие, на самом деле вы переживаете, но вот вы, может быть, там, как-то вот пытаетесь себе это объяснить, там, и так далее. Вот, ну, может быть, конечно, нет. Может быть, конечно, нет. То есть тут очень важно отделить одно от другого, да, чтобы не вкатиться в самообман. На мой взгляд, это важно. А дальше уже будет понятно, как и что. Дальше уже будет понятно, как, что делать. Вот, в каком направлении вам двигаться. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что вы что-то новое для себя увидите. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.